Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю торт сборный без выпечки из печенья и крема на сгущенном молоке с рубленым шоколадом. Этот торт можно приготовить за 15 минут и сразу подать на стол. Торт очень часто замораживаю на длительный срок. На случай, когда гости должны подойти с минуты на минуту, и в нужное время вынимаю из холодильника и просто оставляю оттаивать при комнатной температуре. Таким образом экономим время на приготовление к чаепитию. По вкусу торт получается вкусным, если использовать качественное печенье, хорошее сливочное масло и сгущенное молоко. Вместо шоколада можно использовать изюм, чернослив, мармелад или орешки. В мягкое сливочное масло всыпаю ванилин. Взбиваю на высоких оборотах миксера в течение 2 минут до обычной светлой массы. Вливаю сгущенное молоко. И продолжаю взбивать на высоких оборотах миксера в течение 3 минут до пышного крема. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. Шоколад рублю ножом на тонкую стружку. Разъемную квадратную форму, застеленную пищевой пленкой, прокладываю печенье. Затем выкладываю порционно крем не слишком большим слоем и распределяю крем по всей поверхности печенья. Немного присыпаю рубленым шоколадом. И продолжаю таким образом формировать слой за слоем, формируя торт. Преимущество этого торта заключается в том, что его можно заморозить на срок от 6 до 12 месяцев. И если внезапно придут гости, просто достать из морозильника, дать постоять 5-10 минут и подавать к столу. Особенно очень удобно достать такой торт на вечеринку, так как порционные кусочки уже определены в равных пропорциях. Лично меня не раз выручал такой торт, когда времени физически не хватало на приготовление, а друзья должны были прийти в этот же вечер. Я просто доставал, оттаивал торт и отделял порционные куски, что действительно очень удобно. Но даже если заготовки в виде торта нет, его очень легко и быстро собрать, не затрачивая времени на выпекание. Вкус начинки зависит только от вашей фантазии. У меня это шоколад, потому что я очень люблю шоколад. Готовый торт убираю в морозильник на 10 минут. Достаю из морозильной камеры и переворачиваю на подложку. Снимаю съемный борт и извлекаю дно формы. Оставшийся кремом выравниваю борта и верх торта. Обсыпаю торт тертым шоколадом сначала бока торта, а затем и верхнюю часть. При помощи сита дополнительно обсыпаю верх торта какао-порошком. Вот такой простой и в то же время вкусный торт без выпечки у меня получился. Благодаря цельному печенью порционные кусочки при нажатии сами отламываются на равные порции. И при этом выглядят очень аппетитно благодаря прямоугольным формам с четкими границами и шоколадным декором. Хочу пожелать всем приятного чаепития и домашнего уюта. Спасибо за подписку, лайки и комментарии. Тем самым вы продвигаете канал.